Михаил, какую компанию вы представляете? Добрый день. Представляю компанию «Торговый дом Айсбери». Это производитель мороженого, один из крупнейших производителей в России. Какие новинки вы привезли на выставку в этом году? Мини-ми, вологодский пломбир-сэндвич. Мини-ми – это мороженое с фруктами, фруктиками. Вот. Вологодский пломбир-сэндвич – это мороженое на печеньках. Какие цели преследуете на этой выставке? Заключение новых договоров, контрактов. У нас сейчас развивается очень сильно экспорт, экспортное направление. Вот, планируем заключить договора новые. Если не секрет, экспорт в какие страны рассчитываете делать? Ну, сейчас мы экспортируем в страны Африки, Ближнего Востока, Китай. В Китае у нас открыт наш филиал «Торговый дом Айсбери Шанхай». В страны Африки экспортируем Сенегал, Кот-д'Ивуар, Израиль, Ближний Восток. Вот. Ну, планируем, да, развитие Китая, Африки, ну, все что. А спрос большой за границей на наше мороженое? Да, 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 большой спрос. Опять же, вот, ну, если приводить там ту же Африку, да, мы продаем где-то порядка 1000 тонн в год. Вот. Китай. Ну, Китай вот у нас новое, скажем так, направление. Михаил, спасибо вам огромное. Не за что.